Сейчас я еще раз объясню, как правильно стоять в основных стойках. В этой стойке пятки и носки, ног плотно прижаты друг к другу. Мусубидачи. Пятки остаются прижаты, носки разведены. Пятки расположены по центру. Далее хэйкодачи. Ноги стоят на ширине плеч. Вот это ширина плеч. Опускаем перпендикуляры, они попадают на внешние стороны мизинцев. Именно эта ширина плеч является стандартом для всех стоек. Ставьте ноги так, чтобы соблюдать эту ширину. Из этой позиции переходим в дзенкуцудачи. В дзенкуцудачи мизинец отставленной ноги находится на уровне мизинца стойки хэйкоудачи. Просто нога из стойки хэйкоудачи отставляется прямо назад. Следовательно, пятка несколько уходит вовнутрь. Это и есть стойка дзенкуцудачи. Следите за тем, чтобы ноги в дзенкуцудачи не стояли шире плеч. Повернитесь боком. Теперь стойка тэйкоукуцудачи. Ступня опорной ноги развернута под 90 градусов. Центр тяжести опущен. На первых порах стоять в ней тяжело, но со временем вы поймете, насколько эта стойка стабильна. Следующая стойка санчиндачи. Носок, стоящий позади ноги, находится на уровне пятки впереди стоящей. Следите за тем, чтобы ноги не были расставлены, например, вот так широко. Или наоборот, вот так слишком узко. Носок одной ноги должен стоять на уровне пятки другой. Вот в этой позиции. Ноги немного согнуты и сведены. Кулаки находятся на уровне плеч. Локти согнуты под прямым углом. Вот эта поза и называется санчин-но-камае. Ос!